Смена весеннего общеобразовательного лагеря КФУМники на базе Елабужского института в самом разгаре. 46 ребят в возрасте от 7 до 17 лет проводят каникулы интересно и с пользой для ума. Они участвуют в увлекательных мастер-классах, квестах, лабораторно-практических занятиях и командных проектах. Диапазон их интересов широк. Кого-то повлекла возможность оказаться в самой настоящей криминалистической лаборатории. Другие школьники решили подтянуть свою финансовую грамотность, узнать о налогах, о создании своего бизнеса или как не попасть в сети аферистов. А когда идет изъятие денег из экономики, то есть когда через увеличение налогов деньги изымаются, вот это заставляет экономику приседать. То есть она сбавляет экономический рост. Такие ситуации тоже бывают, когда рост необходимо сбавлять. Когда экономика, ну, допустим, в какой-то области надувается пузырь. Пузырь – это не обеспеченный экономический рост. Не обеспеченный. Ну, вот в качестве примера пузырей могу сказать, это пузыри на рынке недвижимости. Кто-то из КФУ-умников решил побольше узнать об истории, а кто-то захотел добиться славы видеоблогера. Кроме того, немало ребят выбрали лингвистическую школу, где они могут пообщаться с носительницей английского языка Оливией Кеннисон. Я выбрала лингвистический класс, потому что мне очень интересно изучать языки. Ну, к тому же тут можно пообщаться с новыми людьми из разных стран. Мы уже общались с английским преподавателем. Она нам рассказывала про то, что как учат в Америке, про праздники, которые там есть. Вот, и, как по мне, это очень важно и очень интересно. Здесь я встретила множество ребят, интересных учителей. Мне очень нравится тут. Я узнала много нового и не жалею о том, что пошла сюда. А впереди всех учеников весеннего лагеря КФУ-умники ждет еще больше интересного и познавательного. Ишат Ахмадеев, Денис Сипайлов, пресс-служба Елабужского института КФУ.